Добрый день, меня зовут Сергей. Данный ролик посвящен подготовке ноги к покраске необрастающей краской. На самом деле существует всего единственный способ, как можно правильно и хорошо подготовить ногу к покраске, это ее отпескоструить. Потому что все остальные, как его называется, если вы будете обрабатывать ее шкурками или еще чем-то, вы получите огромное количество рытвин, а здесь рытвин в принципе и так достаточно. То есть здесь нужно максимально получить гладкую поверхность. Вот сейчас посмотрите, вот сейчас полностью вот эта сторона уже отпескоструена. И сейчас вам покажу ее для сравнения, ту сторону, которая не отпескоструена. Вот смотрите, вот это вот весь окисл, здесь коррозия и все остальное. То есть это, если покрасить в данный момент все необрастающей краской, это будет все просто в буграх, будет уродливо и некрасиво. Ну, независимо, покрасить необрастающей краской или чем-то еще. Так что, ну вот вам показывают ногу. Вот эта сторона еще не готова, а эта сторона уже готова. Ну, соответственно, все полностью закрывается, закрываются все узлы. Вот эти отверстия тоже закрываются, сейчас их уже просто сняли. Здесь просто можно закрыть их дюпелями. Вот. А так вот все. Сейчас ногу обезжирить, и она будет ровная и красивая. То есть будет практически в идеале. Так что вот такие вот дела. Если будут вопросы, задавать можете мне на почту. Почта 1serge23@mail.ru. Либо задавать вопросы можно на канале YouTube. Обязательно отвечу. Спасибо за внимание. До свидания.